В Одинцовском клубе «Активное долголетие» для его участников и жителей округа провели мастер-класс «Зумба Голд». Мероприятие прошло в рамках проекта «Единой России» всероссийского спортивного марафона «Сила России» с участием известных спортсменов. Основная цель – популяризация здорового образа жизни и физической активности среди взрослого работающего населения. Идею мероприятия поддержали более 1000 некоммерческих организаций и спортивных федераций по всей стране.